Расскажите, пожалуйста, вот ваши ожидания, во-первых, от вот этого мероприятия. Что бы вы хотели здесь? Ну, в первую очередь, я бы хотел позавтракать, конечно. Вот. Потом, ну, интересно послушать. Интенсив – это здорово, пообщаться с ребятами. Смотрите, сколько прекрасных ребят. Единственное, сейчас вот я с руководителем обсуждал, это раз в месяц, достаточно редко. Этого недостаточно, чтобы чему-то обучаться, чтобы что-то откладывалось, как минимум надо раз в неделю за этим заниматься более серьезно. Как вы считаете? Я думаю, что все в наших руках. У ваших руках, да? Да.